Вопрос о Шуддханаме. То же самое. Общаясь с саду, который живет в этом мире, он излучает эти лучи вовне. Если я буду достаточно удачлив, чтобы прийти к нему с, разумеется, благоприятным отношением, я смогу привлечь это нечто, и это поможет качеству моего воспевания, саду санга, затем шастра санга, благоприятная атмосфера. Так же, как благоприятная погода, климат могут помочь пациенту. Человек болен, страдает от какой-то болезни, и доктор может прописать ему эту погоду. Саду-санга. Вибрация высшего типа. Подлинная вибрация. Принять ее. И это поможет мне улучшить характер моего воспевания. Улучшить внутреннее качество и состояние моего принятия святого имени. Имя это Вайкунха нам, оно духовно. И дорога, ведущая к нему, это служение. Не эксплуатация, не отречение, но дорога преданности. И эта преданность нас может быть пробуждена общением с саду. Насколько мы сможем улучшить наш темперамент преданности, духовное существование, духовный учитель, духовная пища, все духовное. Это увеличит нашу способность, нашу преданность. И это можно получить в общении с саду и шастрами.